Тесто-310 – высококачественный и легкий в использовании анализатор дымовых газов. Он создан для пусконаладки и сервисного обслуживания бытовых котлов и отопительных установок. Прибор оснащен сенсорами кислорода, угарного газа и температуры, а также сенсором давления, что уникально для анализатора базового уровня. Несъемный зонд отбора пробы дымовых газов делает прибор удобнее в использовании, а прочный встроенный конденсатосборник легко опорожнять. Тесто-310, как и все анализаторы теста, оснащен высококачественным зондом, шлангом с термопарой и встроенным пылевым фильтром, который очень легко заменить. Тесто-310 имеет 4 режима работы – измерение дымовых газов, содержание СО в окружающем воздухе, тяги и давление. Как вы можете видеть, измеренные значения отображаются на двух крупных строках дисплея. Помимо ключевых параметров кислорода, угарного и углекислого газов, Тесто-310 также рассчитывает КПД и значение коэффициента избытка воздуха. Стандартный комплект поставки включает удобный кейс со шлангом давления, зарядным устройством с USB-кабелем и запасными фильтрами. В комплект поставки принтера уже включен рулон бумаги. Во все комплекты включена инструкция по использованию на русском языке и протокол заводской калибровки. Опциональный инфракрасный принтер позволяет документировать данные всех измерений. Анализатор и принтер имеют встроенные магниты для крепления к котлу. Анализатор оснащен долговечной литий-ионной батареей, зарядить которую можно с помощью разъема microUSB. Зарядка возможна прямо в машине с помощью подходящего адаптера. Более подробно о приборе вы можете узнать из нашей серии видео или на сайте testo.ru.